Згадав це день 1863 року у Женеві відбулася міжнародна конференція, на якій було утворено Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сьогодні у нашій студії представниця Дніпропетровської організації, і ми Червоного Хреста, ми будемо сьогодні говорити про те, що ця організація потребує сама допомоги, і ви дізнаєтесь далі чому. У студії сьогодні Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пані Людмило, дуже рада бачити вас сьогодні. Розкажіть, яка біда з вами трапилася ось цієї ночі? Так, слухаємо уважно. Знаєте, буквально в такий день для нас праздничний, коли все мировое сообщество празднує день створення Міжнародного комітету Красного Хреста, к нам залізли вори, украли всю комп'ютерну техніку абсолютно, комп'ютери, процесори, ноутбуки, все. І паралізували повністю роботу обласної організації. І, звісно, поліція прийшла і буде шукати ворів. Вот, ну, я би хотіла звернутися ко всім нашим зрителям, ко всім неравнодушним людям, к нашим членам общества, волонтерам, к предприятиям, организациям, чтобы помогли восстановить работу Красного Креста. Если работа Красного Креста области парализована, это значит, сотни людей не получат помощи, которая так нужна сейчас во время пандемии. Это значит, что наши дети останутся без помощи, инвалиды, одинокие, старики наши все, потому что вся база у нас была в этих компьютерах. И, к сожалению, очень сложно сейчас все восстановить. Скільки потребується часу, щоб зараз, от, ну, скажімо, з тих умов, які склалися на сьогоднішній день, я розумію, що тут взагалі дуже серйозна ситуація. Як можна зараз вийти з цієї ситуації максимально комфортно? Максимально нам треба зараз техніка. И чтобы мы возобновили все наши данные, которые были на наших компьютерах. Это очень сложно будет сделать. Для этого надо время. Поэтому я очень-очень всех прошу, кто может помочь техникой. Если не техникой, то хотя бы деньгами, чтобы мы приобрели нормальную современную технику и смогли работать и оказывать помощь людям. Продолжать. Сейчас пандемия. Посмотрите, что делается. Коронавирус, COVID-19 и вторая волна пошла. Мы очень большую работу проводили по COVID-19, когда он только начинался. Огромную работу провели. Мы распространили более 30 тысяч печатной продукции, экземпляров по ковиду. Мы провели в 21 больнице нашей области, где были отделения созданы под ковид, занятия с медицинскими работниками по программе МОЗ и громадского центра здоровья. Обучили медицинский персонал правилам одевания костюмов защитных, как правильно одеть и снять, потому что от этого тоже очень зависит, то заразятся наши медики или нет. Да. Медичного персоналу, мы звичайно. Оказали 6 опорным больницам во время ковид области нашей помощь для того, чтобы персонал мог комфортно работать сутками, ну, леча больных наших. Наши больницы получили холодильники, микроволновки, стиральные машинки от Красного Креста, электрочайники, ноутбуки. В общем, мы постарались создать комфорт этим больницам. Также, кроме этого, станции нашей экстренной медицины мы передали совсем недавно более 2000 защитных костюмов для медиков, которые самыми первыми приезжают домой на вызова и сталкиваются с такими больными. Респираторы, очки защитные, перчатки. Мы также не забываем наших больных, которые дома находятся и не могут выйти в такое тяжелое так, время. Можливо, нема кому принести, да, навіть принести, їжу. Да. Мы своими силами, силами волонтеров наших и сотрудников, за что я им очень благодарна, без чьей-либо помощи, собрали более 2000 продуктовых наборов, раздали людям, которые не выходят из дому. Также раздавали им и средства, антисептики, маски, ну, мало ли, перчатки. Все, что необходимо для защиты от вируса. И оказывали также психологическую помощь
наші волонтери, патронажні сестри бувші. Пані Людмила, скільки зараз у вас членів вашої організації в Дніпропетровській області? Чи можна зараз сказати, що ось достатньо людей? Чи все ж потребує організація, щоб поновлювалась? Потребує організація, щоб поновлювалась. Во-первых, хочу сказати, що от буквально 2 роки у нас введена нова концепція членства. Якщо раніше у нас були марочки, там по 10-20 копійок, потім по 10 гривень, 20 гривень, то зараз у нас осознанное членство, и в члены общества может вступить каждый, но осознанно, понимая, для чего он это делает и для чего нужна эта работа. В общем, люди, у нас таких членов общества более 1000 человек в областной организации, и введены новые членские взносы у нас. 50 гривен – это льготное членство, 200 гривен – обычное, и 500 гривен – привилегированный член общества. Это люди, вот эти более 1000 человек, которые помогают нам не только своими взносами, но и всем тем, что, чем они могут помочь. Вот. Кроме того, у нас есть еще, если человек не хочет вступить в члены общества, но хочет помочь нашей организации, у нас есть благодійні квиточки, благотворительные билеты. А вы с собой принесли, которые... так, показати? Що... Ні, немає їх таких з собою? З собою немає. Це суворої звітності документи. Я принесу. У нас всі членські билети і всі благодійні билети під номерами. У нас дуже прозрачно все і чітко. Это регулируется. У нас все члены общества внесены в базу, которая по Украине у нас, база целая членов общества наших. Вот. И все члены общества, всех мы их знаем. А благодейными квиточками я хочу поблагодарить особо наше предприятие, нашу бюджетную сферу, даже наших тех же медицинских работников, которые в такой период тяжелой, рискуя жизнью, помогают Красному Кресту. Пані Людмила, ну а що зараз працює слідство, так, над цією проблемою? Ну і будемо сподіватися, що це вдалою буде операція, Бог, і знайдуть і повернуть те, що було вкрадено. З приводу взагалі тієї роботи, про яку ви вже сказали, не лише ковід, ми знаємо, скільки ви всього робите. Чи можете ви от хоча б трошки розповісти? От ви казали, що ви готували в Луганську область дуже великий набір. Розкажіть про нього трошки. Ви знаєте, вот эта кража сегодняшняя, она не помешала нам сегодня отправить в Луганскую область более 500 тонн груза, такого необходимого для людей, которые пострадали при пожарах. В Луганской области действительно страшное состояние, потому что и Криворожан мы отправляли туда, наш Криворожский Красный Крест возил прямо в Северодонецкую помощь, в Северодонецк помощь. И мы сегодня отправили этот груз в Северодонецк для людей, которые пострадали при пожарах. Это новые спортивные костюмы, новейшие, с этикетками, которых нам любезно предоставили наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем много лет. Это детские колготки и много чего другого. Ну, просто, знаєте, не перестаєш дивуватися, наскільки стійкими можуть люди, незважаючи ні на що, працюють самовіддано. Дуже велика пошана вам особисто і вашій організації, що ви, от, незважаючи ні на що, зробили це. І справді, скільки нервів, скільки всього, скільки переживань, хвилювань. І ну, найбільше, що ви втратили, це та база даних, яка була на тій всій техніці, от, про яку ви сьогодні вже сказали. Ну, можна зараз, мабуть, показати розрахунковий рахунок. Так? Ось так він виглядає. Так? Якщо можна, трошки ближче покажіть, щоб люди могли перерахувати. Він є, мабуть, і в інтернеті, так? Да, должен быть на нашей страничке «Червоний хрест Дніпропетровщини» на Фейсбуці. А також зателефонувати можна по телефону 099-237-0352.
Угу. Може, так, хтось технікою просто може допомогти. Зараз, так, якщо в когось є можливість, справді ми знаємо, що такий важкий час, і зараз і справді ситуація, мабуть, в кожного не найкраща, але якщо можна відірвати від себе хоча б трохи чогось, так, хто може, звісно, ми про це говоримо, то треба звернути увагу і на цю організацію. У вас були, окрім сьогоднішньої ситуації, ще проблеми. І я знаю, що дуже складно зараз говорити про те, щоб утримати цю організацію. Очень сложно в настоящий момент. У нас действительно критическое финансовое положение, потому что с момента, когда перестала функционировать и перестала финансироваться наша патронажная служба Красного Креста, а это с января 2017 года, все буквально очень тяжело стало работать. Мы вынуждены были вследствие этого закрыть многие наши центры и комнаты медико-социальной помощи. В нашем месте, так? В нашем месте, да, и в области, не только в месте, а и в Кривом Роге, и в других точках нашей области. Поскольку некому там работать, наш квалифицированный медицинский персонал с медицинским образованием, который работал, оказывал помощь больным на дому по назначению врача, лежачим, которые не выходят, самым тяжелым слоям, самым незащищенным слоям населения, он практически не работает. И мы вынуждены были... так? Скорочення полностью, прошли и ликвидовано. Да, полностью. 231 человек у нас было, работников патронажной службы, и нам пришлось в течение двух месяцев всех сократить. Поскольку Минздрав Украины... И наша Ульяна Супрун тоді була, вона посчитала ненужным функционирование такой службы, а посчитала нужным, что за эти деньги лучше лекарства закупить. И поэтому вот так вот и случилось. И мы, конечно, я благодарна некоторым нашим мэрам Павлограда, в частности, громадам нашим Пятихатской, в нашем месте Днепри благодарна и Новокадацкому району, и Самарскому району, которые изыскали возможность хоть как-то оставить наших сестер, хоть в меньшем количестве, но работу там выполняют они сейчас. А що зараз? От над чим найбільше ви зараз працюєте? Бо у вас дуже великий об'єм роботи, і чи вправляються, можуть впоратись ті люди, які залишилися на місцях? Так, да, дуже тяжело впоратися. Очень сложно. Поэтому мы сейчас, учитывая, что контингент патронажной службы сейчас ушел у нас, мы привлекаем волонтеров. У нас очень развито волонтерское движение. Наши волонтеры неравнодушные люди. И я хочу сказать, вот у нас центры остались и комнаты медико-социальной помощи в Днепре. Вот, например, в Чечеловском районе на рабочий 73 центр, там есть группа волонтеров, которые еженедельно собирают деньги сами и покупают продуктовые наборы сами и сами разносят лежачим больным. Понимаете, даже вот так вот люди помогают, как могут. Мы, конечно, стараемся все сделать, что в наших силах, такими минимальными физическими ресурсами, которых практически нет. Вот. Но как-то то, что... можем охватывать, мы охватываем и будем охватывать. И несмотря ни на какие кражи, и ни на какие ЧС, и все, Красный Крест работал и будет работать. Все равно. Пані Людмила, ну так, тримаєтесь ви дуже міцно, я знаю, як ви дуже переживаєте за свою роботу, як ви хочете усім допомогти. З приводу такої міжнародної діяльності, от є у вас співпраця, розкажіть трошки про неї, можливо, міжнародні комітети зможуть вам допомогти і в цьому випадку також. Знаєте, Міжнародний комітет Красного Креста працює у нас на Україні. Очень тесно работает с нашим Национальным комитетом Красного Креста Украины. Ну, я хочу немножко рассказать нашим зрителям, что такое Международный комитет, и что такое Международный комитет и Международная федерация Красного Креста и Красного полумесяца. Международный комитет Красного Креста, он оказывает помощь людям во время военных вооруженных конфликтов. Оказывает и гуманитарную помощь, и первую помощь на поле боя. И особенно у нас развита служба розыска Красного Креста. И Международный комитет, его сотрудники посещают
военнопленных, людей, которые находятся и по эту сторону, и по ту сторону конфликта, в частности нашего. Да? И в связи с этим у нас уже на сегодняшний день было 143 обращения в областную организацию по поводу розыска родных и близких. И Международный комитет очень помогает в этом, и это его работа, и мы помогаем Международному комитету. А также еще международное гуманитарное право. Знаете, вот когда начался вооруженный конфликт, сотрудники Международного комитета Красного Креста приезжали, в частности, к нам в Днепропетровскую область, и для силовых структур, полиции, для СБУ и для других силовых структур в нашей области провели два семинара по международной гуманитарной помощи, по гуманитарному праву, по международному гуманитарному праву для юристов этих организаций. Кроме того, вот я и сама присутствовала, Международный комитет Красного Креста проводил у нас в области такой тренинг для наших анестезиологов, хирургов по поводу современных методов проведения оперативных вмешательств. Швидких, так? Да, именно, именно которые были направлены на огнестрельное ранение, на все те, скажем, травмы, ранения, которые люди могли получить во время вооруженного конфликта. Очень интересный тоже тренинг был для наших потрібний специалистов тут, так, и очень необходимый. Мало чего пробудилось, але якщо ми можемо порівняти от з тим, що відбувається взагалі, то це дуже великий вклад Кроме того, Международный комитет Красного Креста, он очень тесно сотрудничает с нашей облдержадминистрацией, с нами. И программа у нас была два года, вот два года только закончилась, Международного комитета Красного Креста. Мы оказывали помощь семьям пропавших без вести наших воинов. Каждая семья в течение двух лет, а это было 22 семьи, 58 человек, каждый из них получал по 1300 гривен ежемесячно. Вот такую помощь от Международного Красного Креста. Ось стільки всього. Ну і многое другое. Проходить. Так, ми насправді ми не зможемо навіть використати той час, який нам зараз є, який в нас є зараз, так, щоб розповісти про усю діяльність організації Червоного Хреста, яка є у Дніпропетровській області. Вам, пані Людмила, велика дуже вдячність за усю роботу, яку ви проводите. Насправді хочеться, щоб було менше проблем, щоб люди все ж допомагали, а тут виходить навпаки. Що є такі злодії, які ось так провокують таку організацію. Так, і з такою організацією може так поступити. Ну, насправді, хочеться, щоб кожен небайдужий все ж звернув увагу на це питання, на цю проблему. І якщо у вас є можливість, то, будь ласка, допоможіть. Зараз не залишаємо в біді таку організацію, яка насправді виконує неймовірну кількість роботи. Дуже дякую вам, пані Людмила. Ну, а ми вже зараз будемо прощатися. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.